Я приветствую подписчиков и зрителей канала. Меня зовут Семен. Я продолжаю играть в Far Cry 3. Безусловно, хит этого года. Остановились мы на том, что проходили миссии под названием «Потерянная экспедиция». А в основном сюжете мы убили Вааса. И теперь наша задача поговорить с нашими друзьями, которых мы очень долго спасали. Здесь у них недалеко от поместья Гремного доктора небольшая база обосновалась. Давайте с ними и попробуем там поболтать. Так, это мне нужно будет ниже, да, спуститься вот сюда вот. Оп. Чё они мне скажут? Скажут, парниша, ты сошел с ума, давай сваливать отсюда. Я скажу, нет, надо всем отомстить. Вот и так мои догадки. Ты в порядке? Ну да. Хорошо, лодка почти готова, и мы можем вернуться домой. Я не поеду. Что? О чем это ты? Я нашел свое место. Оно здесь, на острове. Джейсон, ты серьезно? Лиза. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Впервые в жизни я точно знаю, чего хочу. Я не упущу эту возможность. Ты совсем взрослый, я целую вечность этого ждала. А теперь ты уходишь. Прощай, Лиз. Лиза. Отпусти его. Нормально так, без палева девчонку киданул. Ну, конечно, тата в татуировочках, мулаточка. Экзотика как-никак. Ты мне что-нибудь хочешь сказать, друг, нет? Удачи на Уолл-стрит. Это все суета. Будь сильным. Ага. Суета сует, как говорится. Потом поговорим. Ну а ты, парниша, рэпер. Спасибо, что спас. Оле. Эй. Слушай, хватит гундеть, потому что Оля остается здесь с доктором Мэ. Ты должен вернуться. Зачем? Ты знаешь, зачем. Сказать маме. Черт. Ладно, ладно. Я сделаю. Береги себя. Ладно? Ты тоже. Ну, а к этим... чекушам подходить, наверное, смысла нет. Спасибо, что спас. Ну ладно. Пока, ребят, может даже больше не увидимся. Валим. И уходи. Береги себя, ты в этом хорош. Чё ты там в спину-то кидаешься словами? Кто вас бы спас-то еще, кроме меня? Хотя, я думаю, ему надо было уволить тяжело. С города. Хуже, чем я думал. Ты с кем разговариваешь? Ладно, к делу. Итак, агент Уиллис. Да, теперь мы охотимся за Хойтом. Охотимся за Хойтом. Скороговорка. Так, давайте, может, полетаем. Давно что-то на дельтаплане я не летал. Даже соскучал по этому занятию. По ночному-то небу. Так, а где у нас основная миссия? Чё-то не вижу. А, все. Полетели? Хорошо. Так, нам левее. Большущий остров. Хотя так с неба кажется совсем маленьким. Там еще вторая часть, но меня туда... Кстати, нужно проверить, пускают меня туда, не пускают.
Я думаю, нет, потому что там бы появился какой-то сюжетный маркер, и затем мне скажут, давай, друг, исследуй территорию. О, там воюют внизу, смотрите. Вот про это я и говорю. Я просто лечу на дельтаплане, а здесь без меня происходят какие-то события. Так, с кем они воюют-то? Между собой? Да, пираты воюют с нашими. С ракьят. Кто кого? Наши побеждают. Но неудивительно, их я тренировал. Так, скоро будем уже падать. У меня есть такая мысль, что если, допустим, немножко наклониться вниз, а потом резко вверх, то, по идее, должен быть немножко подъем, нет? Но это логично, по крайней мере. Красиво все-таки, черт подери. Графически игра, конечно, безупречна. Там он внизу тоже парни лагерь какой-то разбили. Кого-то убили и харчат. Так, надо бы повыше подняться. Сейчас вообще не время падать. Ну, в любом случае, наверное, придется. Сейчас в гору врежемся уже. Так, все, валим. Оп, вовремя. Так, теперь поднимаемся на горочку. И, в принципе, если мы далеко, то, наверное, логичнее было бы переместиться быстрым способом. Да, мы довольно далеко. Бежать этот путь я смысла не вижу. Мне все-таки интересно, убили мы вас, а не убили? Что-то как-то я слабо в это верю. Я думал, бой с ним будет более эпичным, более сложным. Так, давайте маленько поработаем с инвентарем, повыкидываем все эти карты, купим немножко боеприпасов. Пока мне новое оружие не доступно, потому что нужно открывать другие вышки. Так, ну чё, кто тут? Кстати, это, по-моему, самый первый лагерь, который я захватил. Да. Даже ностальгия обуяла меня. Не, я остаюсь. Я нет. Операция в России идет полным ходом. Я включен в состав ОТГ 141, лечу вечером. Хорошо поработали. Спасибо. Слушай, пока ты здесь, есть просьба. Помоги мне достать Хойта. Это невозможно. Проще грохнуть папу Римского. Впрочем, можешь попытаться. Когда-то у меня там был агент, и он еще жив. Вроде. Поможешь попасть туда? Я пролечу над островом Хойта по пути в Россию. Можешь прыгнуть? Координаты скину. Отлично. Буду там. Вылет через несколько минут. С тобой или без тебя. Ну, началось деревня лето. Время ограничит, что ли? Ну, как я и думал, так, ну, явно мне никто не даст быстрое перемещение. Или дадут? Ну, я так и думал. Ладно. Так они и норовят ограничить меня во времени. Оп. Давай, валим, валим, валим. Что творю, сам не знаю, но, по крайней мере, куда-то едем. Такие миссии очень напрягают. Это логично. Так, мне выше, ниже. Так, где я, где карта? Ой, да мне, блин, далеко. Мне налево, наверное, да? Да, мне все-таки налево. О-о-о-о! Я выжил, я выжил. Как в том мультике, да? I'm okay. Так, сейчас едем до первого поворота направо. Через мост. Почему бы тупо не подождать меня? Я так много сделал для этого острова. Кстати, ездить на машинах в игре довольно прикольно. Несмотря на то, что физика аркадная, все равно как-то ощущается драйв. Так, сейчас нужно маленько проложить себе дорогу. Самый верный путь ехать по прямой, потом повернуть налево, да? Так, я, по-моему, не туда поехал. Нет, туда. В принципе, время еще есть. И достаточно много.
Сейчас скоро уже будет поворот. Прикольный звук, когда ручник дергаешь. Так, что, как думаете, здесь... Нет, наверное, здесь не будем пока. Тут где-нибудь в горах застрянем. Так, ну да, первый поворот налево. Теперь просто ориентируемся по маркеру. Да, в принципе, я успею. Я даже в этом не сомневаюсь. Ну, я как и думал. Один готов. Второй готов. Так, главное не умереть. Все, воюем. Время-то не идет, да? Хорошо. Один готов. Второй готов. Все чисто. Так, только не говори, что мне нужно будет застреливаться. Ветер, говорит, из его парусов. Ну да, мне сейчас нужно будет отбиваться. Готов. Главное, чтобы они сзади не подбежали. Похоже, им идет подмога, прикрой. Из прицела проще. Хорошо, Рэмбо. А-та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 . Че ж ты живучий-то такой, падла? Да ладно. Хорошо. Еще. Я неуязвим. Я непобедим. Что-то мало у вас, ребят. Ой, справа что ли? Эй, у меня пушка так не поворачивается. Блин, это уже хуже. Да блин, ребята, ну вы чё? Еще один. О, там этот джойстик. Блин, вот этого-то мне вообще не хватало только. Так, мне нужны взрывные стрелы. Хорошо. Так, ждем, 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 ждем. Иди сюда, гад. Блин, промах. Куда ты идешь-то? Хорошо. Да что ты? Ой, валим, 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 валим. Хорошо, один готов. Блин, сколько их здесь? Вы что, издеваетесь, что ли? Черти. Слушай, дружище, лечись быстрее там. Да вы издеваетесь, я не вывезу. Хорошо. Нет, вроде вывез. Дружище, давай, маленько совсем осталось. Самое главное, когда пулемет, в ту сторону убежали три коллеги, а здесь приперлась целая куча. Так, надо патроны пособирать. Да, вон они, быстрее, 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 быстрее. Давай, 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 давай. Та-та-та-та-та. В ту сторону не стреляет. Полетели. 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 С какой стороны лететь? Ты издеваешься, что ли? Меня пусти, идиот. Ладно. Давай, давай, давай.
Та-т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 а. Все? Джейсон. Отлично. Ты летишь на этом в Россию? Ты что, сдурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты слышал, что они запретили жвачку в Сингапуре? Жвачка — это историческое прошлое Америки. Таким образом, они фактически объявили войну дяде Сэму. Спасибо. Залезай. Я сказал, залезай. Так, судя по всему, он меня скинет на второй части острова. Да. По моим предположениям. Мой человек, Сэм, служит в армии Хойта. Если просвистишь звездно-полосатый флаг в Терстоне в паре здоровый хрен, он поймет, что ты от меня. Что не говорите, а в игре персонажи очень колоритные, то есть запоминающиеся. Я всю свою жизнь отдал управление. И мне не удалось избежать ошибок, но я всегда был патриотом. Доусон! Мы почти вылетели из джунглей! Отлично. По моим догадкам, сейчас мы попадем на ту часть острова, куда я не мог попасть. Что ты выдумываешь? Строго спросила гусеница. Да ты в своем уме? Не знаю, отвечала Алиса. Должно быть в чужом, видите ли. Не вижу, сказала гусеница. Хорошо. Один придурочнее другого. Так, что нажимать? Нажимать-то что? Левый shift? Да вы издеваетесь. Так, что теперь? Вы приземлились слишком далеко. А что я должен? Я же раскрыл парашют. Ладно, давай заново. С первого раза не получилось. Ни кнопка мыши не пробила. Именно левый shift. Сейчас-то я долечу, наверное. Я не могу ничего сделать, кроме как направить его в эту сторону. В принципе. Ну, я подлетаю. Как раскрыть-то его? Хорошо. Так, ну, ныряй. Ты чё, не плывёшь-то, друг? Вот это лучше. Так, я уже вижу там пиратов. Давайте возьмем дезинтегратор. Ну и самый очевидный вариант, наверное, выпустить на них животное. Хорошо. Ну и поможем ему, наверное, маленечко. Хорошо. Еще один остался. Отлично. Осталось только патрончиков пособирать к нему. И уже вижу первую вышку недалеко от меня. Так, для снайперки с этого можно собрать, отлично. Давайте покатаемся. Я на таком зиле еще не катался здесь в игре. Нет, по-моему, катался в одной из миссий, догонять кого-то надо было. Да, но здесь уже территории враждебные, то есть просто так разъезжать будет тяжело, как это было в начале игры. На той территории нужно все опять в очередной раз очистить, открыть вышки. Но меня это радует, я получу какое-то новое оружие. Все какое-то
Новое впечатление. Так, а здесь уже городок-то побольше. Давайте сразу сюда. Так, здесь... Ты свой? Нет? Я хороший. Спасибо. Быстрая точка перемещения. Отлично. Давайте мы-ка осмотримся. Такой городок-то побольше будет. Уже посерьезнее. И вот эти парни какие-то злые. На кого он похож? На Скорпиона из Mortal Kombat. Скажи, get over here. Девчонки. Ладно. Пошли в бар. Офигеть. Здоровый хрен существует. Здоровый хрен. Классный бар. Заходим. Три калеки. Эй, эй. Пиво? Да. Я ищу друга. Наемника Сэма. Я знаю одного Сэма. В задней комнате играют в покер. В основном это парни Хойта. Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебя туда пригласили. Найдите Сэма в баре «Здоровый хрен». Привет. Ты куда? Догадайся. Сыграть в покер. Если нет денег на ставку, не трать время зря. Хватит? Хорошо. Ты в игре. Так, какой у нас там техасский холдем будет? Я еще могу поиграть тогда. Правила я знаю. Уютненько у них здесь. Привет, парни. Но здесь уже не пираты, здесь уже наемники-то посерьезнее будут. Добро пожаловать в игру. Салага. Садись. И чё? Раздавайте. Так, shift подсказка, один результаты. Давай по две, больше не надо. Отлично. Что там у нас, как посмотреть карты? Я бросаю. Отвечу. О, отвечу. Это все жопа. Так, как сбросить? Почему я не могу уйти? Поднять, опустить. Давайте поблефуем. А, вот все, нашел фолд. Ну, давайте поиграем. $10 поставим. Ставку вижу. Поднимаю. Отвечу. Отвечу. Смелые все. Че у нас на флопе? Без шансов. Поднимаю. Сколько он поставил? 25. Ну давайте поиграем, ладно. Отвечу. Если я так понимаю, нет смысла выиграть. Просто поиграть. Сейчас мы на блефе возьмем. Ну да. Шанс. Да какой тебе чек? Давай-ка, ну, с тобой вот так вот поиграем по-серьезки. Поднимаю. Отвечу. Вот ты, падла, с вольтом сидит. Ой, у меня две пары. Шансы появились. Чек. Идем, all-in. Сыграем. Чертовы карты. Все, испужался. Отлично. Еще и победили. Спасибо. Еще и банк сняли. Так, и долго так играть, пока не разозлятся. Я, кстати, люблю в покер поиграть с друзьями. Так, разик в месяц посидеть. Не особо это умею делать, но, по крайней мере, правила знаю, и когда-то везет. Мне надоело. Я выхожу. Уже? Ты хочешь продолжить, Карл? Может, нам поднять ставки? Нет, нет, Сэм. Это я так. Гуд. Думаю, с меня хватит.
Ну и катись. Че, расстроились, парни, что ли? Ну, дошло мне две пары. Че поделаешь? Так, теперь куда? Кстати, заметили, один персонаж колоритнее другого. Вот этот лысый дядька тоже очень весьма такая фактурная личность, судя по всему. Опа! На кого ты работаешь? Теперь на тебя. Я от Виллиса. Как он там? Я за него переживал. О нем ничего не было слышно все эти годы. Ну, он в порядке вроде. Лос! Латинец какой-то, что ли? Чуть не похож больше на немца какого-то, рица похож. Куда он пошел? Хороший вопрос. Три слепые мышки. Так, и где тебя теперь искать? Так, давайте посмотрим на карту, где мы вообще находимся территориально. Да, как я и думал. Работа непочатый край. По крайней мере, есть две точки быстрого перемещения. Ну, неплохо, неплохо. Давайте пойдем поговорим, что он от нас хочет. Или сбегать вышку синхронизировать. Ну, в любом случае, сейчас определимся. Вокруг меня одни бандиты. Это тяжело. Но их так просто одурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. Меня повысили в звании из-за акцента. Садись. А теперь, что за задание? Хочу убить Хойта. Шайзе. Постой. Ты же Джейсон Броди, а? Это ты прикончил Васа? Да. Почему ты сразу не сказал? Надо тебя спрятать. Хойт выпустит тебе кишки. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта, а он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Кто-то задумал. Найн. Хотя я... Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. А? Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного, забери у него все и избавься от трупа. А после этого свяжись со мной на этой частоте. Хорошо. Оборотень. Алло? Джейсон, ты попал на остров Хойта? Да. Ты почти дошел до конца пути. Цитра уверена, что ты станешь самым сильным воином племени. Все Татао будут твоими, если выживешь. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно, лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь Цитра и путь важны. Я знаю, что делаю. Удачи. Так, хорошо, как далеко нам идти? О, совсем недалеко. Давайте по пути еще и вышку синхронизируем. Отлично. Какое-то новое оружие нам за это дадут. Посмотрим. Сейчас мы будем переодеваться в местных вояк. Возможно, нам даст эта возможность передвигаться по острову незамеченным. Так, где у нас вышка-то? Ну да, мы как раз к ней едем. Ага. Все, валим. Я уже и забыл, как они меня постоянно атаковали. Я привык, что та часть острова уже под моим контролем была. И всем на меня было насрать.
Ну ладно, если они нас догонят, то мы их тут просто тупо расстреляем. Так, хорошо. Валим, валим, прячемся, прячемся, прячемся. Все? Не атакуют они нас? Да, нет, вроде чисто. Переехали, что ли? Да, приехали. Ладно, придется воевать. Не все так просто. Ну, их всего двое. Что для нас-то? Двое каких-то непонятных гавриков. Сейчас мы их... Они тем более разделяются. О, дилетанты. Так, сейчас ждем. Ждем, 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 ждем. Покончим с этим дерьмом. Хорошо. Отлично. Мне нравится этот прием. Кстати, у меня уже накопилось достаточно много очков умений. Надо будет сейчас синхронизируем вышку и, наверное, позанимаемся этим делом. Потому что некоторые из них весьма полезны. Так, еще патрули. Да сколько у вас здесь? Я уже от вас отвык, парни. Ну, надо будет промежутки между сериями заняться освобождением территорий, чтобы ходить по ним можно было так же беспрепятственно, как и по той части. Так, не только не падай. Че ты упал-то? Не понял. Ладно. Так, теперь сюда. Так, как туда запрыгнуть? С каждым разом забраться на вышку становится все тяжелее и тяжелее. Но в то же время интереснее. Покерная фишка. Так, здесь что? Хорошо, почти добрались. Солнышко так светит. Так, где у нас здесь? Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Давно я уже это не делал. Небольшой домик. Сарайчики. Ну, вообще, ничего интересного, по большому счету. Только что эти испытания ракет, которые мне недоступны из-за того, что я играю в офлайне. Так как в онлайне у меня игра виснет постоянно, не знаю почему. Я один такой неудачник или у всех. Так, давайте поработаем с навыками. У меня аж 10 очков, что из доступного? Всегда под прицелом. Если вы используете прицел, не хотите быстро перезарядить пистолет или снайперскую винтовку, нажмите К. Ладно. Фармацевт. Изготовленность надобья. Стрелок эквилибрист. Вы можете стрелять из одноручного оружия, скользя по тросу. Марафонец. Вы сможете бесконечно долго бегать с ускорением. Вот это будет более полезная вещь. Так, что здесь? Продвинутая первая помощь. Если у вас нет целебных снадобий, зажмите, чтобы оказать первую помощь, восстановить нужно. Очень часто я без них оказываюсь. Правильно носите броню, чтобы она поглощала на 50% больше урона. Че, не могу купить? Полевой хирург. Целебный с нами будет восстанавливать. Тоже берем. И это берем. Убийство тяжеловесов. Щелкните А, чтобы убить пулеметчика или огнеметчика. Вот это вообще нужная вещь. У меня постоянно с ними проблемы. Хорошо. Водитель ловкач. Транспортные средства под вашим управлением будут получать меньше повреждений. В принципе, пока не нужно. Сборщик налогов. Находите больше денег на убитых врагах. Давай. А опытный лучник. Во время прицела у него будет проще удерживать лук в неподвижном положении. Тоже нужно, так как лук у меня есть. Вы будете заметно тише ходить. Вообще нужная вещь. Торговец. Продавая предметы, получайте больше денег. Да, мне и так хватает. Мастер. Давайте мастера лучника возьмем лучше. Ловкие пальцы. Перезаряжайте пистолеты и дробовики. У меня ни того, ни другого.
Ну, давайте купим, чтобы продвинуться дальше. Ну все, в принципе, неплохо прокачались. Куча татушек теперь у нас. И различного рода доступные новые оружия. Их надо будет потом посмотреть в магазине. Давайте на этом эту серию закончим. Самое главное наше достижение, это то, что мы попали на эту часть острова, которая ранее для нас была закрыта. Куча здесь еще у меня для работы. Нужно освободить эти лагеря, синхронизировать все вышки. Ну и есть у нас основная сюжетная миссия. По ней пойдем в следующей серии. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. С вами был Семен, AnybodyPlay. Все, пока. Пока. Come rushing.